Всем привет, друзья! С вами я, Давид, вы на канале Храбрость Жизни. Сегодня начнем не с голубей, а с кроликов. Вот с такими пушистыми, красивыми. Я им этот немножко корма тут бросил. Вот домашний. Очень вкусный. Да, кролики, скажите, что вкусный. Угу. Жалко, некоторые люди даже домашнего не кушают, покупное покупают. А у нас, видите, уже свое. Надоело покупное. Начали свое сажать. Так что задумывайтесь, друзья. Как кушать-то? Вкусно-вкусно. Да, мякоть кушаешь. Нравится тебе кролик? Чуть-чуть вырастут. Буду здесь им этот загораживать, короче. Но это планы, конечно, может быть, этого и не произойдет. Но поделюсь, по крайней мере, с вами. Так как вы уже давно меня смотрите, наверняка мы уже как друзья с вами. Так как чисто с друзьями поделюсь. Тут, короче, хочется оградить такой сеткой маленькой, чтобы они деревья не загрызли. И по всему участку вот таких, ну, здесь с весны следующего буду делать. Так, скорее всего, все огорожу вот с теплицы до вон той бочки. Вот так вот буду. То есть у меня 15 соток, я его огорожу, и получится где-то 8 соток с этой стороны у меня. Останется им, ну, прогулки туда-сюда. Бегать будут, как собаки. Я их просто, ну, не ем. Так чисто для души держу. Вот. Смотрите, какие розы, а, красивые стали после дождей. Угу. Ну и, короче, они у меня будут бегать. Тут все огорожено будет на следующем году красиво. Вот, с вами будем наблюдать, сидеть тут, отдыхать. Вот, ну вы, конечно, через экран будете, большинство. Некоторые, конечно, друзья, придут гости уже. Некоторые через экран будут смотреть нам, нас, как мы тут будем отдыхать. Вот такие планы, друзья. Напишите в комментариях, хорошие планы. Ну, хорошие же. Напишите. Чтобы я знал, что вы тоже со мной общаетесь, а не я один сам с собой общаюсь. Вот. Давай тебя тоже домой запущу. Давай открой, заходи. Давай отойду. Немножко ты туповатая у меня, да? Вот самцы по поводу вот этих моментов, они поумнее. Открываешь дверь, они прям бегом туда идут к себе. А эти некоторые девочки, вообще их надо уговаривать, блин, как в жизни. Давай, заходи уже, девочка. Не удивлюсь, если ты убежишь куда-нибудь. Давай, дверь открыта, не прыгай даже. Это кто не знает, но армяне, кто держит линоканцев, они знают это. Называется магиджинс, но это как линия мышки, короче, вот так называется как-то в переводе. И это вот из этих хищница. Вот такая. Такая. Хищница. Она еще дерется.
Ну чё, кушай, зашла. Голодная уже, кушай. Релакс тут, друзья, такой кайф вообще, так сидеть на них, смотреть. Только надо вот этих птиц кормить уже. Что-то родители не кормят, представляете? Что-то произошло, что-то пошло не так. С мамой приходится теперь кормить. Сейчас пойду кормить. Поставил чайник и забыл. Начал вам видео снимать ни с того, ни с сего. Разве так можно? И как не заснять этот прекрасный момент? Два птенчика родились, короче, на земле. Теперь тут сидят, хочу показать. Звуки выдают такие. Чунчурики мелкие. Красным будет один. Один сызен. Уже Перри показывает. О, постарше поколение их. Видите, отец защищает. Это даже, по-моему, даже не отец. Нет, это отец, отец. Животный мир у меня прямо. Комментирую, как этот. Планета животных смотрели. Поет армянский поющий. Все, друзья, всем пока.